Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и у меня вот так вот внезапно, короче, появилось время, и я решил записать видосик, и видосик будет по игре, ключ которой мне скинул один из подписчиков, вот, автор этой игры. Вот, как он сказал, игра, в принципе, проходится за минут 20, но из-за ее сложности прохождение может затянуться и намного дольше. Часа, может, на полтора, смотря как будем проходить. Вот, я не знаю, пройдем ли мы ее полностью, либо мы ее посмотрим. Просто как пойдет, все зависит от вашей активности под этим видео. Вот, так, давайте посмотрим. Здесь половина на английском, половина на русском. Если у вас маленькое разрешение экрана, ага, понятно. Это все понятно. Так, а есть туториал. Это типа помощь, да? Инструкция по игре. Давайте посмотрим. Нам же нужно узнать управление и как вообще, что это. Так, на английском и есть на русском. Перемещение взад. Взад. Чтобы сделать рывок, нажмите левый shift. Если враг догоняет, то это может поможет отдалиться от него. Окей. Чтобы выстрелить с дробовика, нажмите левую кнопку мыши. Понятно. Чтобы пополнить боезапас, подбирайте черные коробки с красным крестом. Когда боезапас будет заканчиваться, оружие воспламеняется, что будет предупреждать о скором самоуничтожении оружия, что приведет к смерти героя из-за взрыва, поэтому постарайтесь этого не допустить. Вот так вот. Интересно. Так, чтобы пополнить здоровье, собирайте черные коробки с зелеными крестами, понятно. Нужно продержаться определенное количество времени, уровень закончится с концом музыки. Окей. Короче, продерживаться нужно будет какое-то время. Также разработчик сказал, что это всего лишь первая часть, планируется несколько частей этой игры, короче, как несколько глав, я так понял, да? Вот, ну, ладно, посмотрим, увидим, что это вообще. Есть бестиарий, короче. Давайте посмотрим. А, смотри, даже открыты виды противников, окей. Горбаге, отбросы. Нечто мертвое, рожденное в глубинах недр, впервые было замечено в пещерах Дедшилл в 147 году эры Рептайл. Как и остальные мертвые оболочки, был создан с остатков человеческой цивилизации. Отбросы обладают небольшой скоростью из-за отсутствия ног. Из преимуществ имеют руку-копье, образовавшиеся из-за мутации костей передней конечности, а также человеческие зубы, которые могут слегка повредить кожу. Уровень опасности низкий. Чем-то, знаешь, похож на некроморфа из Dead Space, да? Так, врапид обмотанный. Человеческое тело обмотано бинтами, под ними скрывается кожа, покрытая химическими ожогами. Они появились из-за эксперимента, проводимыми учеными в лабораториях еще во времена прошлой эры. Обмотанные крайне агрессивные и при укусе могут вызвать множество опасных заболеваний. Данные существа быстры и с легкостью догоняют человекоподобных рептилий. Уровень опасности низкий. Окей. Ратинг ворм, гниющий червь. Мутировавший червь, труп которого гнил, но после войны ожил. Довольно живучий, имеет большую скорость. Обычной рептилии его не обогнать. Впрочем, как и человеку, если бы подобное существо жило в прошлом... Уровень опасности средний. Окей, понятно. Так, виндиго. Пугающие твари, расплодившиеся в пещере Дедшилл. Раньше это были барабаны, которые случайно упали в них. Они сдохли от... бараны. Барабаны. Бараны, которые случайно упали в них. Они сдохли от недостатка пищи и воды, но через некоторое время трупы баранов смешались с человеческим телом. Так и появилось существо, называемое виндиго. Они очень ловкие и с легкостью способны схватить добычу на лету. Голодали виндиго много лет. Уровень опасности средний. Окей. И кибертентаклис. Кибертентакли, короче. Мертвые черви, которые доставили в лабораторию корпорации New Life, чтобы оживить их с помощью технологии
так как подобные черви не поддались оживлению с помощью свойств бомбы. Опасные киберсущества способны откладывать личинки даже после смерти. Также довольно быстрый и ловкий уровень опасности средний. Окей. Есть уровень опасности низкий, есть уровень опасности средний. Высокого пока нет, пока не вижу. Окей, ну что, давайте начнем, давайте попробуем, что это такое, что это из себя представляет. Ссылку на Steam, короче, если игра вам понравится, можете ее скачать. Там сейчас, по-моему, разработчик сказал, идет 45 или 47% скидка на эту игру, поэтому если вам понравится, можете себе приобрести. Окей, есть уровень. Есть выбор уровня: клаустрофобия, апдаун, ну, вот винтбэк какой-то и Z-Trap. Окей, давайте попробуем сначала, с самого начала. Так, даже с гадстена есть, окей. Пёсель. Ну, какой-то странный пёсель. Ну, судя по всему, это какая-то выдуманная, да, реальность, видишь? Или это другая планета? Фиг знает. Короче, упал пёсель какой-то в яму. Это наш герой, судя по всему, да? Вот этот слоноподобный, рогатый, непонятный человек. Вот. Это наш герой. Упала собака, короче, пропала. Он, наверное, отправляется на ее поиски куда-то вниз. Или он спадает за ней, короче. Короче, это некий-некий Джон Уик. Окей, space skip. Давай. Так, где я, где я? Ага, я сбоку. Я сбоку. Так, стрелять. Не понял, давай рестарт. Что это такое сейчас было? Так, давай, давай, давай. Бинта обмотанные нападают. Так, 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 сзади, сзади, сзади. Так, есть. Ага. Так, жизу я взял, патроны я взял, получается. Патроны это красные. Надо экономить, короче, патроны, получается. Красная полоска это у нас боезапас. Мощный саундтрек. Ай-яй-яй. Вот эти вот быстрые падлы, которые вот замотанные. И они... Бляха! И они, короче, быстрые. Быстрые. И не с первого раза, смотря, они умирают. Так. Можно я постою где-то вот так вот в сторонке, короче? Ай-яй-яй-яй. Так, у меня патроны кончаются, воспламенилось оружие. Окей. Пока у нас хп вроде как хватает. Так, патроны, наверное, патроны я возьму. Что за бульканье происходит? Я не понимаю. Леха, как он там оказался? Как он оказался, короче, вообще откуда-то появился? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, патроны, ладно, боезапас мы взяли. Окей, еще один возьмем. И там сверху, по-моему, жиза и находятся еще запасы. Бляха, бляха, бляха. Ай-яй-яй. Так, боезапас я взял. Окружают вообще просто нападают. Окружают они просто вообще нехило. Это только первый уровень, представь. Да, игра как бы, в принципе... Бляха, я столько патронов вообще впустую, мимо выпустил. Надо боезапас врать. Вот эти вот твари. А, хп, 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 хп. Бляха. Так, надо, короче, я думаю, здесь сверху для начала
находиться, потому что здесь поближе ХП находится, и если что, можно будет восполниться. Так. Хорошо. Пока держимся. Насколько долгая музыка? Помним, да, то, что... Да бляха, я в него же выстрелил, попал. Почему он не сдох? Это собака. Точнее, непонятно, кто это. Бинтованная голубок. Как он там? Оббинтованный. Так, давай еще раз. Здесь же... Бляха, ХП зачем взял? А, застрял. Надо вниз, короче, перебираться. Ай-яй-яй. Отлично. Поближе к боезапасу. У меня ХП, кстати, очень мало осталось. Надо, короче, как-то продержаться. Что? Почему не выстрелил? Я умер. У меня куда-то, короче, окно игры улетело, я не знаю. Так, игра почему-то открывается в окне. Я пробовал, короче, на весь экран, но почему-то у меня не работало. Не знаю, либо это только у меня, либо, не знаю, разработчик, проверь эту фишку. Так, окей, патроны, боезапас. Хорошо. Так, хорошо. Так, уже вторая стадия мелодии пошла. Надо, наверное, забирать патроны и передвигаться вверх. Ай-я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 й. Так, тихо. Вот третья стадия музыки пошла, отлично. Продержимся или нет? Вот в чем вопрос. Быстрее. Так, музыка кончилась, погоди. Оу-е. Отлично, мы прошли первый уровень с вами. Мы прошли клаустрофобию, давайте посмотрим второй. Второй уровень. О, смотрите, черви. А, ни хрена себе, он просто прилип ко мне. Червяк просто прилип ко мне. Как глиста. Тихо. Ой, а что за лаги? Что за лаги? Тихо, отвали! Что-то этот уровень подлагивает. И... Бляха, патроны взял, ну ладно. Да бляха! А это что такое? Я застрял в какой-то семечке. Погнали дальше. Бляха, вот эти черви просто, смотри, какие настырные. Прям настырные. Столько патронов в них надо. Да почему я сдох? Он даже до меня не дополз. Что происходит, мать его? Что происходит? Окей. Да бляха! Это вот окно у меня просто меня раздражает. Почему оно, короче, в окне открывается? Когда мышкой я дергаю туда-сюда, окно бывает сдвигается. Так, погоди. Я опять я сдох, да? Нет? Они просто прилипают, короче, эти черви. А ты посмотри, они просто... У них скорость намного быстрее, чем моя. Они прилипают. Они прилипают, как банный лист к жопе, короче. Сколько смертей уже. Окей. Не, но чувствую я этот уровень. Этот уровень, чувствую я, мы не пройдем. Потому что я не знаю, как это пройти.
Действительно, я не знаю, как это пройти. Просто сразу моментально. Доли секунды, и меня просто убили. Да как? Так, там аптечка внизу есть. Есть аптечка внизу и куча боезапасов. Да я по тебе попадаю, стреляю! Почему ты не дохнешь? Окей. Так, и движемся к аптечке туда быстро. Да ты застрял! Вообще, в чем я застреваю? Я не понимаю. Почему я застреваю? Что там такого лежит? Бляха, сраные черви. Черви. Так, ладно. Бегом. Да, бляха! Уже начинает меня просто что-то пукан Короче, вы меня поняли. Да в смысле? Вот он прилип просто ко мне и все. Я стреляю и хоть бы что. Так, стоим здесь, короче. Да в смысле? Почему он стреляет куда-то косо? Ой, а что за лаги? Что за лаги-то? Окей, друзья. Так, ладно. Как мне выйти отсюда? Давайте посмотрим следующий уровень. Я чувствую, что этот уровень мы с вами не пройдем. Так, гейм. Давайте посмотрим третий уровень. Ой. Какая громкая музыка. Просто такой, какой-то, какая-то кислота, знаешь, играет. Бляха, червяк этот сам. Где аптечки? Быстро, боезапас, хорошо. Аптечки мне нужны. А почему все красное стало? Что такое? Почему все красное? Так, ладно. Вот я, вот сейчас я, смотри, с первого удара, короче, вынес червя. Так, аптечки, где аптечки? Мне нужно найти аптечку, чтобы знать, где она находится. Или в этом уровне нет аптечек? О, вижу, две аптечки, хорошо. У меня боезапас кончился. Да уйди ты! О, боезапас! Ой, это что такое прибежало? Это эти, бараны. Мутированные бараны там прибежали. Вот это что такое? Почему я ничего не вижу? Я хотел, но сдох. А сдох от того, что, скорее всего, у меня патроны кончились. Так, ладно. Где-то справа, внизу с правой стороны. Застрял! Где-то внизу с правой стороны, короче. Аптечки. Почему это? Что такое? Почему это красное все? Почему? Что это происходит-то? Жесть, короче. Окей, давайте еще раз и посмотрим последний уровень. Судя по всему, игру мы не пройдем. Так, в принципе, игруха залипательная. У кого нервы стальные... О, смотри, еще здесь эти. У кого нервы стальные, те могут, короче, попробовать ее пройти. Ссылочку я оставлю в описании, если что. Я не вижу ни черта, бляха! Так. А я забыл, что вот эта штука есть ускорение. Ну-ка. А если просто не стрелять, а просто бегать? Почему у меня лагает? Бляха. Давай кончайся, музло. Бляха подлагивает жестко. Я умер. Опять я умер. Почему я умер? Я же мимо всех бегал. Так, ладно, давайте последний уровень. Возможно, лагает из-за того, что у меня в окне, поэтому... Бляха, здесь еще какие-то ловушки.
Жесть какая-то. А этот уровень вообще, наверное, не пройти будет. Там эти тентакли. Вообще жесть. Это вообще жесть. А не уровень. Вот еще раз. Бляха, так быстро. Давайте еще раз. Так быстро. Ой, все, короче, ой, все. Так, ладно, друзья. Собственно, закончим. Вот, мы посмотрели, да, пройти мы ее, скорее всего, не пройдем. Мы прошли только первый уровень. Но если игруха вам зашла и будет активность под видосом, вот, то мы еще раз можем попробовать, в принципе, поиграть в нее. Вот. Не забываем ссылочку. Кому понравилось, можете приобрести ее в Стиме. А кому... ссылочку я оставлю в описании. Вот. Там скидос, короче, на нее. И огромное спасибо за предоставленную игру, за ключ, вот, автору. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.